Всем привет. Всем привет. Начинается у нас вот так покатушка с спущенных колес. Ну, я не знаю, с прошлой покатушки видно, что-то споймал. Ну, во-вторых, у него герметик слайм. И в-третьих, он не вытаскивает кирцы. Поэтому вот и вот такие вот. Ты уже его опять держит. Да я держу, не упадет, не бойся. Ну все, вот мы и на ходу. Ребята, в общем, сегодня прокатимся на терпение. Так, небольшим темпом. Просто как лайт-покатушка с кубоводом. Он у нас не особо сильно много катается, поэтому сейчас топить на все это не вариант. Давай, давай, затягивай. Вот, любуйтесь, местная свалка на горе Семеновской. Грунты мои любимые. Все-таки, ребятки, когда вот против ветра едешь, сильно не поговоришь с вами, потому что, ну, она задувает так, что, ну, плохо слышно. Поэтому в основном так, если против ветра я, бывает, молчу конкретно. Ну, а вы вообще пишите в комментариях. Нормально смотреть, когда я вот, ну, еду и не постоянно разговариваю. Мне кажется, нормик. Вот этот пейзажик прикольный, гора тут. Тут можно и фоточку сделать. Пацаны, это, в общем, средина Тамбовки. Вообще, видок, гляньте. А? Ну, есть на что посмотреть. Как бы вот то идет все. Сосновка уже, снизу Тамбовка идет. Вот она. Ну, Тамбовка же или конец Семеновки? Да нет, Тамбовка. В общем, Тамбовочка идет, ребятки. Вот тут вот такая гора. Вот тут на машинах, на квадриках. Гоцит. Вот тут спуск такой. Подъемчик. И вот тут спуск. Тут вон видно постоянно, кто на машине черпает дном. Ну, а так... Тут, в принципе, часто ездим, но все равно хотел показать этот участочек, так постоять, посмотреть, потому что, ну, выглядит прикольно. Тут такой переправа, дамба, можно сказать. Ну что, ты съедешь? Нет. Страшно, да? Не, ну хотя тут можно попробовать. Перекати поле убрать. Все, лянь. Съеду я с такой горы. Я не заеду на это. Побочься. Тяни. Все, вставай, иди. Бросай, иди. Давай, вставай. Сейчас, не могу встать.
Все, вот и съехали, и заехали. Сейчас тут тоже, ребят, с пейзажиком красивый спуск будет. Очень прям красивый. Лошади ходят тут. Опа, вот мы и на каменной могиле. А так вот, тут дорога есть, проезд с этой стороны. А тут что-то завалило, я не знаю, что. Может, в натуре деревья попадали, а может, специально. Это, ребят, как на терпение ехать от каменной могилы. Так вот, прикол в том, что проездика-то тут больше нет нормального, деревья валяются. Что там такое? Да ничего, не переключают на первую скорость, братан. На вторую и все? Да, на вторую и не клацать, смотри. Блин. То есть, ну, просто нажимаешь, упирается и все. Да. Ну, потому что задолбался, да, ты на второй ехал? Да. Не, ну трос нормальный. Это. А, знаешь что, у меня было такое, я нечаянно нажал, а ну, дай. Я посмотрю, у тебя рычажок этот. Ребят, вот тут есть под этим рычажок сейчас. У тебя он стоит на какой-то 2х, вот, 3х, пожалуйста. Включаешь, пробуй. А ну. Работает. Ну. Все? Переключилось? Да. Потому что, ребят, вот всегда, когда какие-то дебри или что, нечаянно рукой сзади, снизу. Вот тут, вот, у него диоровские, ну, у меня не диор, ну, эти, тоже диоровские, такое же. Вот, снизу, ребят, есть вот тут кнопочка вот такая. Рычажочек, он перемещается вниз-вверх. И вот тут есть 3х и 2х. То есть две передачи вот тут будет переключать. Или три. Вот у него он поставил чайно на 2, и у него не переключало. Вот. Поэтому, ребят, у кого такие проблемы, ну, типа, не клоцает, и рычажок просто упирается, и все. Всегда попробуйте снизу, если у вас есть такой рычажок. Это, потому что он ездил, сколько ты ездил? 2 месяца? Да не, ну я сколько? Раз в 5 выехал. Раз в 5 выезжал, говорит, не включаться. Я думаю, блин, ну походу из-за того, что долго стоял, наверное, трос, ну типа, или, не знаю, или ослабился, или еще что-то. Ну, в итоге вот такая проблема. Поэтому, ребят, если что, знаете, вот такая фигня существует. О, справа елки. Давай, 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 Борис, давай, давай, давай. Давай. На елке посмотрел. Направо. Там озеро. Озеро? Да.
Давай. Что, ребятки, вот с таким пейзажиком. Это карьер терпеневский какой-то старый. Мы тут уже 100 раз были. Вон Данил тут и бутерброды себе наделал, пикничок устроить с пейзажем на вон, на Новофилипповку. Вот так. О, спасибо. Ну а я брал что? Я взял изюм. Тоже по спортику. Приятного аппетита. Спасибо. Всем, кто ест, ребят, приятного аппетита. Сзади вон елочки красивые. Спереди карьерчик. Будем, в общем, трапезничать. Всем, кто хавает, ребят, приятного аппетита. Оба. Вот и терпение. Так куда ты поехал, ты? Ездон. Что там, рыба прыгает или жабы? А, жабы. Жабки прыгают. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой. Узко. Ну, вообще, кто-то говорит, типа, что... Ну, кто живет, да, знаете, в этом... Терпение, говорят, что отсюда воду, ну, никто не пьет. И потому что сверху идет кладбище, и так раз источник бьет оттуда. Ну, вообще, вот так посмотреть на воду, она чистая, по вкусу нормальная. То есть, ну, я не скажу, что какая-то фигня. Надо кинуть монетку. И, как бы, ну, я не знаю. Вот слева эта гора. Подожди, давай я попробую заехать сюда. Давай, ты за мной. Давай, давай. Или без контакта, тут тяжело. Да, забуксовываешь и все. О, уже дальше. Чуть-чуть осталось. Потренировался, может, и заехал бы. Давай, давай, давай. Ладно, чтоб колючек нигде не было. Так, в принципе, зашибись. Собаки? Где? Большие?
все, кати теперь его. Ну что, все, пацаны, вымыли велосипед, поэтому сейчас разъезжаемся по домам. Всем спасибо за просмотр, ребят. Спасибо за покатушку, Саня. Было приятно провести время. Ставьте лайки. Наконец-то ты велосипед помыл. Да, ставьте лайки, подписку на канал, комментируйте, смотрите и лайкайте. Все. Всем пока. Вот так. Камеру.